Фотокарточка, на которой изображена мама для 9-летнего Саяна Бекпердиева, является настоящим детским сокровищем. На нее мальчик, прикованный к инвалидной коляске диагнозом ДЦП, готов любоваться часами. Мамы мальчика не стало в 2009 году, но он до сих пор помнит, как она о нем заботилась. Сейчас обязанности мамы выполняет родная бабушка Саяна, Атыркуль Бекпердиева. Но пенсию, которую она получает на ребенка, катастрофически не хватает. К тому же необходимо найти деньги на лечение в Ташкенте. Вы видите, в каких небогатых условиях мы живем, но тем не менее, даже за этот старый дом приходится платить 20 тысяч тенге. При этом необходимо оплачивать коммунальные услуги и покупать лекарства и памперсы внуку. Я смогла насобирать на одну операцию Саяна и сделала операцию на ноги. Сейчас ноги удалось выпрямить. Но мальчику требуется еще одна операция и лечение, благодаря которой ребенок сможет самостоятельно передвигаться и говорить. Первоначальная сумма, которую необходимо собрать, 250 тысяч тенге. Далее врачи скажут, сколько еще потребуется финансов. Саян сразу родился с диагнозом ДЦП. Они с семьей попали в аварию, и его отец погиб на месте. А моя дочь родила ребенка на 7-м месяце весом чуть больше 1200 грамм. В 2006 году дочери поставили неправильный диагноз врачи и на протяжении 3 лет лечили ее неправильно. Она скончалась в возрасте 27 лет. Внука необходимо поднимать на ноги, пока у меня есть силы. Атыркуль Бекпердиева просит помочь со сбором денег на лечение любимому внуку. И, возможно, кто-то из зрителей телеканала ТВК захочет выделить семье другую, недорогостоящую жилплощадь в аренду. Связаться с семьей Бекпердиевых вы сможете через редакцию нашего телеканала. Телефон 56 16 32.